Добрый день, дорогие друзья, это Far Cry на хардкоре, на самом сложном режиме, короче. Часть 15-я, погнали. Бля, вроде я все настроил, не должно быть проблем с качеством, фризить тоже не должно, блядь. Но фризит он у меня все равно почему-то редко, правда, но периодически, блядь. Так, блядь, где здесь оружие? Это боезапас можно пополнить. А на улице, видимо. Вот барыга, ебать, к нему нам надо. А не, он какую-то хуйню продает. Хотя ему можно весь хлам нахуй сбыть. А, блядь, это типа мой дом, короче, его можно обустроить. Ну, купим самую дорогую хуйню. Хотя нет, подкопим денег на гирокоптер, это заебись хуйня. А вот еще есть храм за пятихатку. Ну, купим водопроводный кран пока что. Тут типа дом мне дали в прошлом этом, блядь, в прошлой части было видео. Теперь я могу его улучшать. Деньги тут особо, кроме боеприпасов, не на что тратить, нахуй. А чё около моего дома какой-то пидорас чилит, блядь? Еще мне что-то впарить пытается. Во, магазин, блядь, можно его купить надо было, оказывается. Ну, пока на этом все, пожалуй. Блять, а где магазин-то? На втором этаже, очевидно. А, да, вот он. Так, продать всю хуйню. Пополним боезапас, нахуй, погнали. Чё у нас сегодня так? Прохождение миссии. Чё у нас, только Y на карте? Ну да, только Y. Опять к этим нарколыгам ебаным идти, нахуй. Но это рядом. А, нет, вон еще есть N. А где N находится? Не так уж и далеко. Ну, сходим на Y сначала, хуй. Эта миссия тогда... Это тогда... Будет посвящено прохождению миссии. Чё? Хрен там, ты услышал шаги? Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но он наш гость. Окажем теплый прием. А, не волнуйся, отличная дурь. Угу. Мы называем ее Окаджа. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта... Вот. Опять меня чем-то ширнули, блядь. А, опять в Шангрила отправляемся, я так понял. А нет, не в Шангрила. Твоя жена. Да, сегодня мы будем проходить сюжетные миссии, короче. Эта часть будет, ну, сюжет, выполнение сюжетных миссий. С челиком, короче, белобрысым. Это, если в начале пикчи, это значит прохождение основного сюжета. Только и все.
сегодня! На рукопашную, блядь, идти на медведя было... Было тупо, блядь. Ебать, у меня сейф нахуй. А, не, нормальный сейф. У вас свои челики. Они меня опять куда-то скинули, сука. О, шкура леопарда нам как... Да, леопарда нужна как раз. Три шкуры надо. Все хорошо. Ебать, опять наркотой накачали, нахуй. Йоги. Реджи, это вы? Черт, чем они меня накачали? Так, агитку сорвем, пользуясь случаем. Бля, тут должна гидка висеть, но из-за квеста ее походу нету. А, или она выше? Нет, все-таки ее нет, походу, из-за квеста. То залезть-то никак у нас не получится. Блять, наркоман ебучий, нельзя же просто так людей наркотой накачивать, нахуй. Он опять дымчатый леопард, если это он нам нужен, заебись будет. Сука. Стой, блядь, ебать, он бегает, нахуй. Все хорошо. Ебать, аж два носорога. Не-не-не, идите нахуй. С таким раскладом, блядь, пришлось, сука, аптечку потратить. Блядь, кончились патроны. Сука. Что-то я уебал по нему, он сгорел, нахуй. Блять, патронов нет.
Но я мог только затормозить. Медведи, беги, мужик. Беги как можешь. Блять, а как вы... Блять, да вы смеетесь нахуй. В смысле, у меня нет вообще ни одного патрона, блять. Как мне их убивать нахуй и еще медведя? Надо их стравить, блять. Какая-то наркоманская миссия, блять. Ну, вообще медведи, ебаный. А я патроны сып, блядь. Может, тут челик мне поможет вот этот. Бля, куда ты съебываешь? Помоги, ёб. Агитка. Все сорвали нахуй. Надо еще там патронов собрать сверху. Побольше. Блять, я уже ушел оттуда. Ну ладно, похуй. А там какая-то хуйня еще, надо туда сходить по-любому. Патроны еще. Ну, я думаю, тупо просаживать их на медведя, блядь. Блядь, последний патрон. Вот, бля, буду. Ноль патронов, нахуй. Обыщем тут всякую хуйню. Блять. О, надо у барыги купить по-быстрому, пополнить боезапас, нахуй. Всё, спасибо, челик. Блять. Я убил его, и меня, короче, его этот, бля, квадрик сбил. Блять, серьезно. Медведь! Осторожно! Блять, а штурмовую винтовку-то я не поднял. Здесь за мной по кругу, что ли, бегает? Так, тут еще барабан у нас. Бля, я так по-тупому умер в прошлый раз, это вообще пиздец. Нихуя не было, что ли?
Так, там сейчас барыга будет проходить, нахуй. Нет, барыги в этот раз не было, хуёво. Патронов нету. Этого не помню. А я зачем-то помню. О боже! Как? Как ты мог? Как? Со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. А, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Это наше дело предложить. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знаешь. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. И у нас этого добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Лады? Ну а пока? Пока? А чё это зелье даёт-то? Так, первое задание выполнили, заблудился и пропал. Надеюсь, у меня всё может, блять. Вот пулемёт зря, конечно, это я подобрал случайно. А где здесь письмо, блять? Здесь говорится, что здесь где-то есть письмо, нахуй. На карте показано. Письмо, видимо, вот здесь. Так, ну чё, погнали на другую миссию. Вторую миссию пройдем. Где она у нас? Так, блять, а вот. Ну, не так уж и много, кстати, осталось. Не так уж и много. Я думаю, большая часть карты открыта, ну или так же примерно. Хотя нет, открыта поменьше, или так же где-то. И мы пройдем Far Cry 4. Так, патроны я пополнял, боезапас, по-моему, да, он целый. Продадим всякую хуйню. Думаешь, готов сразиться на это? Да, и рады тебе, атакам.
Здравствуй, Аджай. Покормите их. А, это та баба, которая на арене, типа, блядь, подставная. Ты должен убить Пола, ждать больше нельзя. Он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные. Да не переживай, ты ебать, сейчас все нормально будет. Прошу. Хуль ты истеришь, ты ёпта. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Ну как скажешь. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Слушай, а ты не знаешь такое слово, как «пожалуйста», блядь, например, нахуй? Так. Ебать, 3000 километров, блядь. А это где вообще, нахуй? О, квест какой-то появился. Обезвреживание бомбы. Так. У нас 2 очка навыков. Блять, здесь я все почти открыл. Ну похуй, оставим потом. А вот бумажник можно изготовить. Так, еще раз, куда нам пиздовать-то? Куда-то... А, вон, блядь, наконец карты. Но, слава богу, здесь можно, блядь, быстрое перемещение использовать. Не так далеко будет. Совсем не так далеко даже, я бы сказал. Да, и надо поменять, нахуй, в селекторе. Так, что у нас имеется? Штурмовая винтовка, снайперская, гранатомет, и надо поменять... Бля, пулемет на лук. А то я лук дропнул, блять, и пулемет подобрал. Как этот селектор ебаный работает? Вот лук. Штурмовая винтовка на то. Так, это начинает. Все. Понятно. Бля, лучшая машина, которая здесь есть, походу, так что поедем на ней. Так. Назад, направо. И по дороге. Блять, я гранаты его убил случайно. Я хотел гранатометом ебать. Кнопки просто перепутал. Нет, я иду туда. Ладно, проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Минус один, ебать. Бля, тут собака есть. Вот это хуёво, пиздец. Собаки могут учуять. Поэтому они хуёвые.
и опасные, точнее. Не, собаки не хуёвые, я так-то люблю собак, они опасные, точнее, они могут учуять нас. Блять, ну почти, сука, осталось... Вот собака запалила, блять. Это даже не он, блять, это собака запалила, нахуй. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. Где челики-то, блять? Проберись туда тайно, это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ним. Чё-то в этот раз их побольше, походу. Держитесь вместе! Как вот эта крыса узкоглазая, блядь, меня запалила, нахуй. Обыскать все! Ясно! Может, их больше одного? Так, вроде, сука, спалили, блядь. Тварь, ты хуже собаки! Ты чё, охуел, что ли, мужик, ебать? Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Блять. Где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. В натуре крыса, блять, бля буду нахуй. Я ее слова прям подтверждаю, ебать. Но я иду туда. А ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Как меня спалили-то, блядь? А, водитель грузовика пытается... Стоп. Бля. А чё тут а надо-то? Моя семья с тобой? Нет ещё, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Окья! Это не случайность! Кто здесь? Да! А нельзя убивать, типа, блять, а что сделать надо? В этот, что ли, в кузов запрыгнуть? Ну-ка попробуем другим путем пойти. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Вот тут челик может. Спину врагу не показывай! Блять, и все спалили этот момент, вот, блять. Сука. Аджай, моя семья с тобой? Да иди ты нахуй со своей семьей, заебала, сука, блять, шкура ебаная, нахуй. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Да, видимо, туда залезть надо.
Заходим быстрее! Тут один штаны наложил. Блять, вот. Чуть не заруинился, нахуй. Блять, ну похуй, кривовато, конечно, получилось. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что, если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Это где вообще, блядь? А это вообще в ебенях, понятно. Блядь, да там чё фонарь ты? Что, в этой игре так не работает, что ли? Да ёбано. Нет. Тут как-то надо... другой тактики как-то надо проходить. Сука, сложное задание, блядь. Быстро успели. Блять, нет, 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 нет. Лук нахуй обратно. Так, тут можно как-нибудь сохраниться, блять? Нет, видимо, нельзя. Блять, чуть не спалились. Блять! Найдите источник угрозы и уничтожьте. Сука, заруинил вот всю миссию, вот эта хуйня, блять. Да ебать, пиздец, блять. Залезу повыше. Бля, прошу прощения, дорогие друзья, за лишние эмоции. А, тут меня засейвило, как я первую хуйню. Блять, где я вообще нахуй? Ебать, у них тут вечеринка нахуй. Блять, нет. Да ёбаный в рот, как его... А куда мой лук улетел, блять?
Не, ну вот здесь нужен стелс, в отличие от третьей части, для того, чтобы, ну, освободить заложников, как бы спасти их нахуй. А не если здесь, в отличие от третьего, а в третьем надо, это надо было, чтобы, блядь, ну, тебя не убили нахуй. А он на самом деле, блядь, не нужен был почти. Не, ну на хардкоре нужен, конечно. Бля, я лук проебал, поэтому буду с винтовкой. Ай-ай! Стреляйте! Не сдаваться! Блять, бля. Анскупом, нахуй. Ладно, это все потому, что я побежал. Пусть тут валяется, нахуй. Так, мне тут бегать не надо, нахуй, а то запали. Да я от них попадусь, мужик, ты будь аккуратней, нахуй. Помогите! Блять. Вот эта тупая механика вообще пиздец. Один спалил, ты его убил, блять. Быстро, нахуй. Тебя палят все почему-то, блять. Это тупая механика, пиздец, нахуй. Блять! Все, пиздец, нахуй. Надо отвлекать одного, блять, по-любому. Просто я хочу не только рабов спасти, я еще хочу всех ёбнуть здесь. Все, и меня спалили те, кто был за домом, блядь. А, ну может это типа он закричал, блядь, но хуй знает. Все равно как-то тупо, блядь. Сука. Сейчас идеально, практически. Так, вот туда надо аккуратно, пиздец, подниматься. Вон еще челик стоит, а тут мы не пройдем. Нам по-любому туда.
тут тело, я думаю, прятаться не надо, тут и так трущобы нахуй какие-то, блядь. Да, щелик, это я был, блядь, так, на заметку, нахуй. Главное вот тут не заруинить момент. Нормально, нахуй. Стрелу надо подобрать, так. Радио, радимое, уёбывай, да, быстрее. Бля, меня эти обезьяны пьяные заебали уже нахуй. Ща ебну мой. И этих, блядь. Ну тут, я думаю, нас засейвило, если въебать. Короче, минус 4, так можно. Блять, я успел его въебать. Блять, чуть не запалился нахуй. Твою мать, слинял. Общее направление есть. Ищите. А где он, блять, идет-то? Все, обезьян пьяных уебашили нахуй. Вроде тут больше никого не должно остаться, но надо быть аккуратным все равно. Опасно. Все, вот так быстро нахуй. Бля, где там чилик? Блять, меня спалили нахуй. Наверху, наверху. Сука, тварь ебаная, блядь. Блять. Ну ничего, у нас нормально. Хотя там надо, блядь, убить много. Сколько я там убил? Четверых. Не, шестерых даже. Где тут этот, сука? Да ебаный в рот, блядь.
это похуй, этот пусть тут валяется. Я так, такие тела можно не прятать, нахуй. Заложников всех спасти — это изи. Я хочу тут всех въебать, нахуй. Сука. В этих трущобах ебаных вообще прям заблудиться легко. Просто непонятно, где они ходят, блядь. Такое место прям, блядь, ну неудобное, пиздец. Блять, даже можно, даже в третьем Far Cry было, блять, на Ривер убать. Осторожно, ищите. Ну вот челик. Осторожно, может прочесать местность. Не отвлекаться! Кто бы то ни был, он спешит. Выходи! Убийца! Сейчас мы по-тихому всех снимем. А как, мне опять засекли? Всех убили! Блять, да ну... Их так мало осталось, нахуй. Вон он! Наверху! Так, в общем, общую стратегию я понял примерно. Здесь в окне сейчас челик будет. Спалили. Ты умрешь быстро. Прикройтесь, я наверх. Блять. Даже не надеюсь. Я просто не могу здесь не ёбнуть всех, блять, потому что, ну, здесь уёбки одни. Это называется город боли. На карте здесь держат рабов, и надо я считаю, надо вырезать всех этих уебанов. Это не по-христиански вообще. Может, по-мусульмански, но не... Хотя... Нет, шучу, извините. Но никак не по-христиански.
никого нет. Осторожно, ищите. Я иду наверх. Не упустите ничего подозрительного. Всем разуть глаза. Проверьте все. Видите, в чем дело? Нет ничего. Ну все, они вроде подуспокоились. Нахуй, в помойку, блядь. Блять, серьезно, что ли, разбить прожекторы нельзя? Ну-ка, блять. Ебать, это тупо, пиздец, блять. Так, где-то вот здесь еще сборище обезьян ебаных будет. Но мы аккуратно пройдем. Наверное. Вкусь орешки и дом вкуснее. Ну что, драчка? Точно. Что за... Кто бы ты ни был? Не прекращай огонь! Будьте начеку. Надо съебываться, их там много. Бля, их вообще что-то много, нахуй. Ищите, выясните, есть там что-то. Понял. Осторожно, может их больше одного. Не, всех я тут не ебну, даже при всем желании, блять. Блять, гнида ебаная, нахуй. Убить его! Не будем, короче, хуйней заниматься сейчас. Но, блять, одного челика ебнем все равно. Вот это он прям удачно так стоит. И сразу пойдем, блять, тут нельзя в окно прыгать. Сразу пойдем на миссию, потому что их тут очень много, реально. Это в стелсе ебанешься проходить. Ебало, закрой свою нахуй. Блять, ну ничего, меня тут засейвят, наверное. Да, меня засейвило, только где-то, блять, не там. Сабал, я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Блять, миссия была изи, я просто хуйней занимался, прошу прощения за Отлично. Это, друзья. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. А, вот тот дом большой, блять, на горе. Где ящик был, я еще туда сходить хотел. Бля, все-таки меня эти уроды, блядь, бесят, нахуй. Два мультиубийства по два.
мы сейчас допиздиться, отвечаю. Эту суку я расстреляю личностью там. Хуя там мертвого челика выкинули. Блять, ну чё кабинет еще выше нахуй? Или... Ебать, они тут людей разделывают, что ли? Ну пизда ему нахуй. За такие дела ветхие, бля. Я помогу. Ну сейчас как раз нас запалят нахуй. И поднимется шухер, бля, и надо будет отстреливаться. А, нихуя он грамотно хочет сделать. Типа на себя мешок надеть. О, замечательно. Просто чудесно. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Да. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе. Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно, чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, да он поехавший, ожерелье. Сука. Ты знаешь... Кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? Я тебя. А, он да. По мобиле базарит, бля, я думал с трупом, нахуй. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что... Извини, буду исправляться. Ну сейчас твоя дочка без отцовщины станет, ебаный в рот. Ты? А, его живым доставить надо? Да какого хуя, бля? Здесь лаза-то нет никакого. Понятно. Да идите вы все нахуй, блядь! Сука, еб...
Как-то это изи, бля. Блять, да. Ну да, на еще я надеялся, ебать. Там их целая толпа, но я думаю, с ними так надо разобраться. Надо его скинуть по пути нахуй и разобраться с ним. Благо не заставили смотреть касцену еще раз. Будем отстреливать пидорасов ебаных. Так, чё, кто? Кто где? Ебать, он в хэт не умер от выстрела, нахуй. Вот тот умер от выстрела, как. Блять, не видно нихуя. Все, вроде так более-менее путь расчистили, но там еще их дохуя где-то будет. Блять, это. Моих друзей никто не смеет убивать. Слышал? Окей. Напихаю вас всех. Блять. Беглым стреляю. Блять, сзади, сука, со всех сторон. Да ну нахуй, блять. Сука, да вы издеваетесь, блять. В смысле, блядь, не убивайте гражданских, нахуй. Да, вот, надо их всех вымыть, нахуй. Где там уёбка? Давай еще. Слабость не показывай. Беги, ты подохнешь. Блять, вон там еще два. Кстати, запас патронов увеличился. Не знаю почему, может я сумку скрафтил, блять, в каком-то из предыдущих видео, не помню. В этом видео я только скрафтил кошелек.
тебя, блядь. Блять, слава богу, этого не убило, нахуй. Заново пришлось бы проходить. Где там чертило, блять? Куда он побежал, нахуй? Вас, уёбков, точно уничтожаю, блять, работорговцев и кого там, блять. Ну да, работорговцев, блять, и извергов ебаных, нахуй. От таких мир только станет лучше. Ну, если избавляться от таких, мир станет только лучше, блять. Ну, в играх, естественно, в играх, как бы, в жизни не стоит так делать. Для этого существует правовая система. Для, точнее, судебно-уголовная система для таких уёбков. Приятель, зачем ты так? Привет тебе от Нур! Нур? Нур? Она все думает, что семья жива? Да мы их давно убили! Ну это вот какой-то. Пусть живут. Ты письма моей мамочки? Да я сам их писал. Ну, еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезы вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то я чую, его расправа ждет какая-то, причем жесткая нахуй. Слушай, отдай, не дури. Не притворяйся, что тебе есть до этого дела. Пойми, твое предназначение. Твое предназначение быть убийцей. Живой. Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Камни в еблище залили. Стойте, мобильник. Аджай, мобильник у меня в заднем кармане. Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу. Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Но она, я же говорил, она без отцовщины станет, походу. За нами должок. А пол наша забота. Да, блять, если так посудить, вы мне уже нахуй должны весь этот остров, ёбаный, блять, когда я, ну, его освобожу, блять. Это сопротивление, походу, вообще нихуя не делает, блять. Тут вообще, походу, нихуя никто не делает, блять. Кроме меня. На твоем месте, брат. Я бы этим воспользовался. Крепость уязвима, говорит. Так, варшак, вот. Ну, бля, и так долго уже записываю. Я думаю, на этом все, дорогие друзья. Часть 15, Far Cry 4 на хардкоре подходит к концу. Эта часть была просто с миссиями. В следующей части будем... я думаю, крепость захватывать. Всем спасибо, кто это смотрел. Всем удачи и пока.